Добрый вечер, друзья. Вечер, кормить буду голубей. Все голодные. Очень сильно голодные. Поставлю на паузу. Вот, друзья, нетерпеливое самое. Ладно, не буду. Поставлю, пусть едят. Давай, 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 спускайся. Голодные. Как они едят. Сметают просто. Ну, посмотрим здесь, что у нас. О, друзья, вот два пискуна появилось на свет. Вот это уберем. Это внуки красного. Сейчас посмотрим, друзья, какой этот получился. Друзья, я не знаю, это в первый раз у меня вышел такой птенец от красного. Клюв черный. Ноги черные. И сам он, наверное, черный будет. Не знаю. Либо красный. Наверное, черный, я думаю. Короче, черный. Смотрите, какой. В сапожках немножко там. А ну, повернись. Вот он. Вон, сапожки есть немного. Ноги черные. Короче, чернокожий появился на свет. Не знаю, в генах, наверное, где-то черный. Голубь есть, не знаю. Но в первый раз. Много он птенцов давал. Но в первый раз такого дал. Ну, посмотрим. Полностью черный будет, либо красно-черный. Не знаю. Вот он. А эти вот, получается, племянники его. Это, наверное, сегодня вылупились. Сейчас холодно. На улице здесь плюс 5 или плюс 4. На улице 0 градусов, по-моему. Ну, вот тут летаю, друзья. Давай быстрей, мамаши. На гнездо вернее. Тут замерзнут. Где ты? Все хвосты одинаковые. Не могу даже понять. Вот так вот, друзья. О, с каким аппетитом они уплетают. Вот такой вот. Таким стаканчиком я им даю. Ну, примерно 30 грамм на голубя, друзья. Я разделил на два. Вот, пошла мамаша. Вот. Пошла она греть. Ну, вот так вот разделил на два. Два раза в день. Примерно по 30 грамм. Два стакана таких. Не знаю, друзья, я так даю. Как-то так, друзья. А эти уплетают. А тут чернокожий такой вот. Интересный. Не знаю, вырастет. Ту-ту-ту на тебя. Вырастет, если здорово, все. Аж клюв блестит. Сблизи покажу. Вот он. Ну, черный, я думаю, скорее всего, будет. Ну, видимо, где-то в генах есть что-то. Ну, как-то так, друзья. Ты что?
Все крупное смели. Мелкое оставили. Просу, рапс. Ну, тоже едят его. Ну, одни из первых кукурузу, семечки, пшеницу. Потом переходят на рапс и на просу. Ну, доедают все. Все, а этот вот молодой уже растет, видимо, вот линька у него. Вот они. Ну, этого я порезал. Вот, обратите внимание, вот, видите, на хвоста черный. Видимо, где-то в генах у него есть. Поэтому выкинули, видимо, черный будет. Я так думаю, посмотрим. Вот выкинули такого. Ну, в первый раз. Много они птенцов, наверное, штук 8, может, до 10 птенцов. Давали краснохвостых шеек давали, красных. Давали таких вот бело-красных, ну, разнобой цвет был. А такой в первый раз. Ну, посмотрим. Ну, ладно, друзья, как-то так. Удачи. Здоровья вашим голубям. Здоровья вам, вашим семьям. Удачи.